мы сейчас запроектировали первый вариант 11 фундаментов, 11, потому что вся конструкция, которую надо перекрыть, весит 350 тонн. Из 7 фундаментов нагрузка на каждую колонну получалась около 40 тонн. Мы сегодня последний вариант 14 тонн. Поэтому вот сидит здесь представитель государственной экспертизы, и с ними мы очень плотно постоянно работали весь декабрь, потому что какой брать? И вот в итоге, когда были очень серьезные замечания, доработки, сегодня экспертиза тульская нам подтвердила, что устойчивость здания не будет гарантирована вот этого перекрытого двора из 14 колонн. Археологи сейчас там продолжают работать, вот исследуют уже новые шурфы. А мы, сейчас вот Эдуард Владимирович мне еще показал интересные предложения. Я думаю, что после сегодняшнего обсуждения и замечаний Эдуарда Владимировича придется вновь Короленко Ивану Ивановичу обратиться, чтобы он уже еще раз нам посмотрел. Но мы учитываем высоту не больше 13,5 метров. Мы учитываем предложение не выходить за габариты, какие он нам сегодня дал. И очень интересно, чтобы была экспозиция, мы делаем туда и проезд должны сделать, не менее 4 машин, чтобы внутрь могла заезжать машина, завести экспозиции и прочее. Так, и дальше что? Привлекли для конструкции, это не фермы, это специальная стержневая конструкция, разработанная нашим МАРХИ и предприятием ВИСТА, которое занимается вот этими всеми формами. И как раз это очень хорошо зарекомендовала Саяна Сушинская ГРЭС.